Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Я на издерских зубчатках. Хочу показать вам вот эти скалы. Посмотрите, какой цвет. Вот такие скалы. Ну, сейчас мы идем на смотровую площадку, поднимемся, покажу вам панораму наших гор. Будет время, пройдем в цирк, но время покажет. Вот это просто, конечно, интересно. Вот, друзья мои, посмотрите, какие узоры на камнях. Иду, иду! Как будто что-то плавилось. Застывшая магма. Такие узоры. Друзья зовут меня. Без меня не идут. Но идем. Сейчас что-то увеличу. Смотрите. Иду, иду. Сиду. Иду, иду, сейчас я отсюда сниму. Вот, друзья мои, Ася у меня увидала лицо человека, скала. Вот посмотрите, точно, как голова, нос, подбородок. Интересно, вот такая природа. О, женщина. Иду, иду, сейчас иду. Вот Ася у меня еще раз смотрела. Ну-ка, скажи, что там видишь. Ну вот нос, подбородок, лицо. Ага. И вот руки впереди сложенные, как в молитве. А вот это, как понятно, что женщина, потому что сзади прическа. Да? Ну, женщина, молящаяся в небо. Ну ладно, друзья мои, оценят. А я вот на эту вот смотрел. Мне, ну, это вообще как, вот, как скульптура. Вон у нее волосы вот сзади идут, как коса. На эту. Ну, природа чудесница. Идем дальше. Идем, идем, идем. Идем. Вот эти, какие кварциты. Здесь возможен и хрусталь. Сейчас вот посмотрим. Дышался. Подъем такой. Вот здесь вот очень проблескивало. Вроде не видать. Но тем не менее. Хрусталь, конечно, здесь есть. Вот такой скале. Вот, друзья мои, снимаю панораму смотровой площадки. Гора Колокольня. Это хребет Кумардак идет. Гора Машак. Ну, видимости особой нету. И вот большой и малый Кумардаки. Тут такой пик. Ну, идем дальше. Пройдем мы в цирк сейчас. Покажу цирк. Ну вот, друзья мои, я на издерских зубчатках в цирке. Такое место называется цирк. Сейчас вот покажу вам панораму немножко, скалы. Хотел вот забраться вот на эту скалу, но опасно, скользко. Такая вот красота. Сейчас увеличу, посмотрите. С этого ракурса я еще их не снимал. Эти зубчатки. Сейчас вот так вот перемешусь. Да, вот хотел туда вот подняться сейчас. Ну, полез вроде вот здесь, но очень скользко. Ну, сейчас мы спустимся в цирк. Покажу вам красоту нашу.
расщелины. Гора. Инзерские зубчатки, маяк. Такие мои наши скалы. Хорошо. Так, друзья мои, мы в цирке. Вот это место на Изерских зубчатках называется цирк. Как арена цирка, полукругом скалы расположены. Смотрите, какие скалы. Я много раз снимал, конечно, кто видел, тот видел, кто не видел, тот посмотрит. Это скала, вот, чертов палец. И вот так они вот идут полукругом, эти скалы. Сейчас мы спустимся. Я еще покажу. Вот мои друзья спускаются. Идут. Ага. Ну вот. Идем дальше. Вот, друзья мои. Мы в цирке. Посмотрите, какие скалы. Какая панорама. Открывается вот это вид с арены. Вон девушка наша стоит. Ася, помаши ручкой. Ютуб, привет. Привет, привет. Вот Олег у меня. Олег, помаши ручкой. Хорошо. Вот такая на 360 градусов снимаю. Вот тот камень сейчас покажу. Он давно висит. Видите, как попал. Вот. Снимем сейчас, а снимем. Такая красота. Такие скалы. Высотой они 40 метров. В общем-то, без снаряжения на них не подняться. Ну и, конечно, не зимой, не в такую погоду. Вот, 360 градусов. Идем дальше, пройдем немножко. Ну вот, друзья мои, еще с этого ракурса вам покажу. Наши инзерские зубчатки. Удивительно, мы вот в средней неделе, перед Новым годом, никого нету здесь. Мы вот втроем. Обычно здесь бывает очень много туристов. После Нового года, конечно, они приедут. Сейчас вот зайду за эту скалу, попытаюсь. Там есть расщелина. Посмотрим, что там. Ну вот, друзья мои, зашел я за эту скалу. Тут такая расщелина интересная. Небольшая выемка, типа пещеры. Дальше я не пойду. Время поджимает нас. Уже вечереет. Нам еще возвращаться 20 километров. Так вот. Вот, друзья мои, посмотрите, какая расщелина. Вот та. Олег, ты пошел, да? Тихонько, ладненько, давай. Вот та. Какая. Олег, надо будет туда пробраться. Интересно. Ну вот мы возвращаемся. Нам до машины идти где-то километр, полтора и 17 километров до дому. Или 20. Ну до свидания, цирк. Мы придем сюда. И не раз. Пока нам надо идти. Оставайтесь со мной. Пойдем сейчас.
снимаем, что увидим. Идут скалы снимать. Вообще. Да-да, правильно идешь, Ась, правильно. Вот решил вам показать вот эти же скалы. Называются они верблюд. Вот с этого ракурса не так, он оттуда надо снимать. Но тем не менее. Просто покажу. Возвращаемся. Мы возвращаемся. Возвращаемся. С Новым годом вас всех! Счастья и здоровья, мира и добра!